Це Власова Лайв, і сьогодні буде гаряче. Ми знайшли для вас живого російського опозиціонера. Чи хороший він, чи ні, вирішуйте самі. Хто відправив пропагандистів Дашу Дугіну та Владлена Татарського до Кобзона? Про відносини з Удальцовим та Навальним, проекти за російські гроші у Сколково та чому він самий досі живий. У мене в гостях в минулому двічі депутат Російської Думи, а зараз іноагент та громадянин України, який працює на зміну режиму в РФ. Ілля Пономарьов. Вітаю. Кто такой Илья Пономарев? Да, просто, наверное, нормальный человек, который хочет, чтобы все жили в мире, который хочет счастья, процветания своим детям, который сам хочет жить нормально, который считает, что все, что сейчас происходит и между Россией и Украиной, ну и вообще в мире просто ненормальным, и который очень хочет это исправить. А насколько вы были близки с Путиным, Медведевым? Ведь все понимают, что заказ в Сколково получить могли далеко не все. Знаете, давайте тогда разберем по шагам. Значит, я никогда не был приближен к власти с точки зрения там, Кремля и так далее. Я, конечно, был депутатом Государственной Думы. И депутат Государственной Думы, он является частью тем самым законодательной власти. Но я оппозиционный депутат Госдумы. Я, собственно, думаю, что единственная причина, по которой меня до сих пор не убили, и это ровно в том, что я никогда не менял стороны. Вот Путин, как раз, в отличие от там, всяких Волковых и так далее, это понимает очень хорошо. Я последовательно занимал оппозиционную позицию, и там даже такие уважаемые люди, как Борис Немцов, они в начале Путина работали на него впрямую, потом, значит, соответственно, там, поняли, с кем они имеют дело, отошли в сторону. Тем не менее, с точки зрения Путина, они попали в категорию предателей. Тот же самый Навальный был частью исполнительной власти в Кировской области, там, зарабатывал деньги на этой самой власти. То же самое, поэтому с точки зрения Путина он является предателем. Ничего этого в моем отношении, соответственно, не было. Партии я на самом деле тоже не менял политическую позицию. Я всегда был человеком левых взглядов и старался эту свою позицию максимально эффективно реализовать. Когда в российском политическом поле была только одна партия, которая себя идентифицировала как левая, КПРФ, я был в этой партии, но она, мягко говоря, не идеальна. Поэтому, когда была предпринята попытка создать более широкую левую коалицию, которая бы охватывала весь левый спектр от умеренных до самых радикальных, я принял участие в ее создании, это, я говорю, про справедливую Россию, и в этой партии я занимал там самую радикально левую позицию, я был создателем движения «Левый фронт», которое самое радикальное левое движение российское было на протяжении очень многих лет. И затем еще там стоит, наверное, упомянуть, что после того, как «Справедливая Россия», руководство «Справедливой России», ну, фактически продалось Кремлю, стало на кремлевскую позицию, я, соответственно, из партии ушел, мы предприняли попытку сделать свою левую партию, которая называлась «Альянс зеленых и социал-демократов», делали ее с коллегами Гудковыми, но ее не дали, соответственно, создать, хотя мы там прошли все учредительные вещи. Ну и с тех пор, вот, соответственно, там у меня нету партийной аффилированности в России. Ну, там, для меня эта позиция абсолютно там последовательная. Вот, а что касается всяких там сколковских дел и так далее, то я как раз, опять-таки, считаю, я всегда действовал, стараясь использовать максимум из той ситуации, которая есть, чтобы не только сидеть в кресле и критиковать там власть, а там нынешнюю ситуацию и так далее. Но я старался всегда действовать, да, и с моей точки зрения Сколково сыграл очень большую роль как раз для того, чтобы создать тот самый там креативный класс, там средний класс в стране, который в итоге сейчас и выступает в качестве ядра того движения, которое идет против этой власти и против войны. Ну, оппозиция к вам относилась неоднозначно. Например, Удальцов и Навальный называли вас предателем.
Ну, не тот меня на самом деле в этом не обвиняли, да. Значит, там обычно Навальный употреблял в моем отношении слова «мутный», потому что как раз он не мог меня ни в чем подобном обвинить, но очень хотелось как-то, значит, там грязью покидаться в мою сторону. Ну, пусть это остается на его совести, его уже нет с нами. А вот как раз Удальцов-то как раз и есть предателем в том плане, что... Я его пригласил в организацию, которую когда-то создал «Левый фронт», и это была самая радикальная, самая последовательная и четко левая организация интернационалистских взглядов, которая, конечно, выступала против войны в любом мире и выступала против таких империалистических разборок. Тем не менее, вот Сергей, ну, после тюрьмы, ну, как-то он изменился, да, и вот стал на такую провоенную позицию, что очень жаль, в итоге там большая часть людей из Левого фронта того времени ушла. Я вообще там удержал Левый фронт от исключения Удальцова в 2014 году, 2015 году, да, когда он начал соответствующее высказывание про военные, сказал, что ну, нехорошо исключать, значит, нашего товарища, который сидит в тюрьме, хотя он и делает такие странные заявления. Вот, ну, наверное, жалею теперь. Вы были единственным депутатом Госдумы, который проголосовал против аннексии Крыма в 2014 году. Но при этом было следующее заявление, цитирую Википедию. «Я считаю, что Крым должен быть частью России, что это русская земля. У меня нет никаких сомнений ни в легитимности прошедшего референдума, ни в воле подавляющего большинства крымчан, ни в отношении к этому большинства граждан России». А сейчас у вас мнение какое по поводу Крыма? Вы вон там цитируете не мои слова, а пересказ моих слов. Да, потому что только часто, да, ну вот я говорю, то есть то, что там с тех пор вот доброжелатели, они очень любили, значит, эту цитату переворачивать. Оригинал находится в живом журнале, там его можно почитать, так же, как и разъяснение этой цитаты. Ну, во-первых, я хочу сказать, что там смысл того, что было сказано, что, может быть, по справедливости он может быть хоть российским, хоть крымско-татарским, хоть турецким, хоть скифским, хоть печенегским, хоть каким угодно другим. Но есть договор, который Россия подписала в 1994 году, и этот договор, соответственно, надо исполнять. В Украине понятно, что очень болезненно относятся к любым высказываниям, которые написаны не с украинской точки зрения. Когда я голосовал, отстаивая интересы своих избирателей и интересы страны Российской Федерации, так как я их понимал, и считаю, что добросовестно выполнил свои обязанности депутата, потому что я считаю, что аннексия Крыма – это и бесчестие для России, и колоссальный ущерб интересам тех людей, которые за меня голосовали. С их точки зрения я, соответственно, и писал. С тех пор много воды утекло, и моя позиция, естественно, трансформировалась. В частности, там, что точно поменялось, это в тот момент времени я считал, что референдум, который проходил в Крыму, был настоящим. Потом, ну, приехав в Украину, познакомившись с документами, стало понятно, что и референдум тоже фейковый. Вот. Но это никаким образом не влияет на мою позицию. Моя позиция как была, что аннексия Крыма незаконна, так она и остается. Моя позиция как была, что Крым является украинским и должен быть возвращен, так оно и остается. Никаких здесь изменений не происходило. Сейчас, как у гражданина Украины, у вас произошла трансформация в вопросе «Чей Крым?» Я еще раз скажу, что трансформация в отношении «Чей Крым?» у меня никакой не происходила. Я как говорил, что он украинский, так и говорю. И то, что это как была незаконная аннексия, так и говорю. Вы цитировали там Навального, у него позиция была другой и многократно менялась на эту тему. Моя позиция на эту тему не менялась никогда. В ней не было никогда никаких полутонов. Какие есть, значит, там соображения относительно исторической справедливости? Вот тут мои взгляды действительно менялись. Многое для меня изменилось, когда я просто приехал в Украину, когда открылся доступ для меня к каким-то данным, которых, соответственно, раньше не было. Но это вопросы, что называется, общего образования,
а не вопросы политической практики. Политическая практика не менялась никогда, и это голосование тому является доказательством. Все эти люди, которые любят меня сейчас покидать грязью, они занимали другую позицию во время аннексии Крыма. Вы имеете отношение к основанию и финансированию Легиона Свободы России? Я никогда не являлся основателем Легиона Свободы России и никогда не был его финансистом. То есть я, конечно, делаю регулярные пожертвования, к чему призываю и всех остальных. Вот, но я точно так же делаю пожертвования, например, и в пользу РДК. То есть я не являюсь ни командиром Легиона, ни основателем Легиона. Легион создала группа бойцов, которая перешла на сторону Украины в конце февраля 2022 года. И это было стартовой точкой, там потом шли какие-то процессы структуризации, оснований и так далее. Ну и фактически к лету 2022 года Легион стал полноценной военной единицей. А в августе 2022 года я подписал с Легионом так называемую Ирпенскую декларацию. Мы создали политический центр между Легионом Свободы России и Национальной республиканской армией, одной из партизанских сетей в России. Меня назначили их политическим координатором, и с этого момента я имею честь представлять Легион в политическом плане, как его политическое крыло. Я занимался созданием всего того, что мы знаем, как вооруженное крыло российской оппозиции с первых дней после широкомасштабного вторжения в 2022 году. И там, эта конструкция несколько раз менялась, менялись приоритеты. Думал изначально, что мы пойдем путем там, отдельного подразделения, когда я не был знаком с Легионом, и как раз в работе этого подразделения, в его создании участвовали и коллеги из РДК, и некоторые те коллеги, которые сейчас находятся в сибирском батальоне, там ребята левых взглядов. Вот. Ну, потом это вот преобразовалось, когда я решил, что все-таки нужно делать ставку на основное именно армейское подразделение, строить не такую там махновщину, вот отдельные какие-то подразделения, а в итоге добиваться создания большого армейского подразделения, которое бы по масштабу было бы ну, не меньше, чем там, ЧВК «Вагнер» у противника. Вот. И с этого момента, это вот август 2022 года, я работаю с Легионом. Устранение Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Вы брали на себя ответственность за эти активные акции на территории РФ. Вы к ним причастны? Я не брал на себя ответственность ни за какие убийства никогда и ни за какие, в принципе, действия на территории России. Я озвучивал то, что мне прислали мои коллеги, в которых я верю, с моей точки зрения, они верифицированы, которые идентифицируют себя как национальная республиканская армия, которые действительно имели отношение и к акции в отношении семьи Дугиных, и в акции в отношении Татарского и целому ряду других акций, про которые я знаю, но про которые мы публично не рассказываем по разным причинам. Но я не являюсь частью НРА, так же, как я не являюсь частью военной организации Легиона Свободы России. Я являюсь их представителем, спикером, помощником, человеком, который им активно помогает, но я, безусловно, не являюсь организатором этих акций. То есть в Национальной республиканской армии и Легионе Свободы России вы только спикер? Точно так же, как в Легионе, я являюсь их политическим представителем. Вас предупредили о планах по уничтожению Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Насколько вы в контексте подобных акций? Но я про это много раз говорил, что про нападение на Дугину я узнал постфактум. Тогда, когда оно произошло, я знал о том, что что-то произойдет. Мне про это сказали заранее, а что именно произойдет, я узнал после того, как оно произошло. Ну, кстати, это точно так же, как и по поводу Татарского. Значит, что именно
произошло, я узнал позже. Я знал о том, что что-то произойдет. Меня предупреждали. И в случае с Татарским, я там, чтобы больше не было таких кривотоков, как в случае с Дугиным, я даже рассказал нескольким доверенным журналистам о том, что вот там тогда-то что-то произойдет. Смотрите, смотрите за новостями. Это что-то произошло, но опять-таки подробности акции. Ну а зачем мне лишнее? Информация – это только увеличивает вероятность провала, любая коммуникация – это возможность перехвата и тем самым риска для людей, которые это совершают. И снова про Дугину и Татарского. Вот акции против них, которые в РФ называют террористическими, обыватели часто связывали с деятельностью ФСБ. И в этом контексте я хочу спросить про расстрел людей в Крокус-Сити-Холле. Как человек, знающий российскую систему изнутри, вот как вы думаете, не стоит ли ФСБ за действиями тех, кто представляется сейчас как ИГИЛ? Эти акции не являются террористическими. Это являются акциями партизанского движения. Они направлены против людей, которые активно участвовали в разжигании войны, которые несут за нее ответственность, на чьих руках кровь. И эта акция такая же, как на войне, когда мы стреляем в солдат противника, ничем другим она не отличается. Обе эти акции не предполагали и в ходе них не произошло никакого нападения на мирное население, никто из них не пострадал, они этого не преследовали, таких целей, поэтому квалифицироваться как теракт, ну, это, для этого нету никаких оснований. То, что произошло в Крокус-Сити, это действительно теракт. Это были действия, направленные против мирного населения. Может быть, среди них случайно и попадались какие-то люди, которые там имели отношение к войне. Но как раз они там, если и попадались, то случайно. А весь смысл был в том, чтобы напасть на мирное население. Естественно, ничем таким ни российское сопротивление, ни Украина как страна не занимаются, в отличие от той стороны, с которой мы воюем. Именно поэтому именно путинский режим признается как террористический. Именно про него уже целый ряд стран официально приняли подобные решения, и то, что произошло в Крокус-Сити, на мой взгляд, только это подтверждает. Являлся ли Кремль непосредственно организатором или заказчиком этого террористического акта? Ну, мы, естественно, про это не знаем. У меня нет подобной информации, чтобы я мог это утверждать. Но зато я могу утверждать совершенно однозначно, что Кремль был в курсе того, что произойдет. Причем, как мы теперь уже знаем, в достаточно глубоких деталях был в курсе относительно того, что произойдет. И не предпринял никаких мер для того, чтобы это произошло. Более того, задержал тех людей, которые могли бы оперативно приехать, я имею в виду полицейских и отряд ОМОНа, который мог бы туда прибыть достаточно быстро. Они выждали почти час после того, как террористы покинули этот зал, что, с моей точки зрения, зная, как работает российская правоохранительная система, насколько быстро они приезжают, там, например, на митинги оппозиции и все прочее, для меня это говорит однозначно, что была команда не мешать, не противодействовать. Ну а далее, когда мы уже смотрим о том, что, значит, хотя опять-таки предупреждения все были связаны с этим так называемым ИГИЛ-К, а значит Кремль начал лепить версию в сторону Украины, ну, конечно, в данном случае подозрение того, что так оно изначально и планировалось, что все это специально и делалось ради этого, они умножаются многократно. А почему оппозиция в России возможна и действует только за ее границей? Оппозиция возможна везде. Оппозиция возможна и внутри страны. И оппозиция – это очень широкое понятие. Существует парламентская, например, оппозиция. Она все равно в России существует. Понятно, что нам она не нравится. Там мы считаем, что это не настоящая оппозиция. То есть она беззубая оппозиция. Но, тем не менее, если есть люди, которые выступают против там, курса власти в каких-то аспектах,
и не являются частью системы принятия решений этой самой власти, то они, конечно, оппозиция в этом смысле. И там КПРФ, и «Справедливая Россия», они тоже оппозиция. Хреновенькая, конечно, оппозиция его величества, карманная оппозиция, как угодно можно называть, но все равно оппозиция, да, потому что они не являются частью системы принятия решения путинской и там регулярно критикуют те или иные правительственные действия. При этом они не критикуют Путина лично, не критикуют войну и даже, наоборот, поддерживают эту войну. Ну, где-то, соответственно, их взгляды типа совпадают, где-то они расходятся. Но все равно это оппозиция. Точно так же, как оппозиция являются внутри России многочисленные там общественные группы, которые мы войну не видим, не слышим, значит, мы про нее ничего не знаем, мы там лавочки во дворах устанавливаем, да, или там боремся с прорывом труб, вот, или против мусорных свалок, или еще чего-нибудь. Это тоже оппозиция, да, там, опять-таки, ну, на мой взгляд, это очень близоруко бороться со следствиями, не борясь с причинами и вообще пытаться вот там себя изолировать от первопричин, которые находятся в Кремле, да, но все равно это тоже оппозиция. Просто, на мой взгляд, все формы вот этого мирного протеста, мирного сопротивления, они себя полностью исчерпали, и тут неважно, люди находятся внутри России, вне нее, там, в российской истории было огромное количество примеров, когда страну возглавляли люди, приехавшие из эмиграции, когда люди в эмиграции играли очень большую роль политическую внутри страны. Это чисто там лицемерие и политическая риторика отдельных оппозиционных групп, которые там пытаются конкурировать с другими, да, когда они начинают говорить про все эти иммиграционные вещи. Главное – это действие, главное – это эффективность, главное – это реальное влияние на ситуацию внутри страны, когда люди апеллируют к российскому обществу, к российскому народу, к российским элитам, а не к элитам западным, там, не к западным парламентам и так далее, чем сейчас занята вся российская иммиграция, которая выпрашивает себе просто там подачки, при этом ничего внутри страны не действующего. Поэтому я считаю правильным сейчас дистанцироваться, в принципе, от слова оппозиция, строить российское сопротивление. Тоже, конечно, по сути дела, оппозиция, да, но другое. Силовое сопротивление, силовая борьба, это борьба на фронте, это борьба в тылу. Вот это то, чем надо заниматься, равно как и проектировать Россию, которая будет после смены власти, потому что этим тоже никто не занимается. Опять-таки, все почему-то считают, что какой-то Запад должен сказать, как, значит, это должно происходить. Я считаю, это не так. Я считаю, мы сами должны определить, как будет жить Россия будущего. Для этого надо заниматься законодательством будущего уже сейчас. И Конституцией, и базовыми законами, и вообще всеми правилами жизни, экономической программой новой России, которую запустить на следующий день после того, как Легион Свободы России будет в Москве. Оппозиционерами я могу назвать определенных людей: Карамурзу-младшего, Яшина, Беркович, Чанышеву. Но они все в тюрьмах. А остальные люди? Я вас спрашиваю не просто так, а потому что я вообще не понимаю, почему люди внутри страны, насколько они спящие, аморфные, вот, насколько их все устраивает. Ну, вам это непонятно, потому что вы не жили в этом обществе. И поэтому вам непонятно, как оно живет внутри. Когда был Советский Союз, тоже все сидели и молчали. Причем Украина была той республикой Союза, где гайки были закручены наиболее сильно. И за исключением нескольких единиц диссидентов, все остальные сидели очень-очень тихо. Даже в России было больше людей, которые выступали против того режима, и было большее количество разных там общественных каких-то течений и групп, чем это было в Украине. Это хорошо известный исторический факт. Люди находятся в тех условиях, в которых они оказались. В данном случае, конечно, это наша коллективная ответственность всех россиян о том, что мы дали возможность построить такое общество и такую среду, в которой вот там все сидят и боятся высказываний. Можно анализировать причины, почему это происходило. Там, прежде всего, я считаю, потому что
не была проведена люстрация, потому что так была проведена приватизация, потому что в стране было очень много денег, потому что не были реформированы спецслужбы, и поэтому и демократы очень боялись возвращения коммунистов, и поэтому сами добровольно отказались от большого количества демократических институтов в обществе, создав тем самым возможность для Путина пользоваться чисто авторитарными вещами, которые сами же эти демократы, тот же Немцов и все остальные, заложили в действующую российскую конституцию. Ну, много можно на эту тему говорить, но факт остается в том, что люди боятся. Это не означает, что там все это поддерживают. Это совершенно неправильное утверждение. Да, большая часть общества, слишком большая часть общества, недопустимо большая часть общества поддерживает эту войну и Владимира Путина. Но даже если там самая пессимистическая оценка вот реального уровня поддержки там 50% от жителей России, это все равно означает, что людей нормальных в России больше, чем украинцев вместе взятых, просто в силу размера страны. Поэтому там огромное количество людей, которые это не поддерживают. Но только они не понимают, каким образом они могут действовать. Для того, чтобы действовать, ведь не случайно придуманы все такие вещи, как политические партии, организации и так далее. Это и есть те рычаги, которые общество должно использовать для того, чтобы менять ситуацию. А что делать, если все эти политические деятели, которые могут что-то сделать, они покинули страну на данный момент? Да, очень-очень трудно. Вы упоминаете людей, которые сидят в тюрьме, ну так люди, которые добровольно пошли в тюрьму, то есть у нас есть пленные, да, то есть которых просто захватили, что называется, в процессе реализации тех или иных действий, да, то есть там Дарья Трепова, например, по там татарскому, да, то есть, ну и даже там из упомянутых вами там Илья Яшин, да, то есть вот он до последнего, хоть и не насильственно, но он был депутатом, значит, как депутат выступал, то есть он избрал этот парламентский путь борьбы, но он не сидел молча, значит, а в рамках этого пути работал, потом был арестован. Но многие другие, они пошли в тюрьму добровольно. Навальный сел в тюрьму добровольно, Владимир Кармурза сел в тюрьму добровольно. Это путь, который можно бесконечно уважать. Там, вот они смелые люди, вот моральный пример и так далее. Но это не политическое действие, это действие диссидента. Это не действие политика, который так же, как солдат армии, должен делать все возможное, чтобы как можно дольше оставаться на свободе с оружием и стрелять в противника. Вот, ну, к сожалению, то вот есть так, как оно есть. Еще раз скажу, что весь этот путь, я считаю, тупиковым. Мы идем другим путем, и мы в нем обязательно победим с оружием в руках. А какой ваш путь, Ильи Пономарева? Ну, наш путь, это, я про него уже сказал, это путь, базирующийся на трех китах. Да, это на военные подразделения на фронте, это на партизанское движение в тылу, и это на политический орган, съезд народных депутатов, который разрабатывает видение России будущего и который является политическим крылом первых двух. Вы говорите про съезд, который вы организовали из тех, кто когда-то был официально выбран из России на выборах. То есть те, кто имеет официальный мандат от граждан. Я правильно понимаю? Ну, его организовал не только я, его организовал около десятка этих самых депутатов, и там не только бывшие депутаты, но даже есть несколько и действующих депутатов, но в целом, да, там сейчас порядка сотни депутатов, за которых голосовали граждане, и поэтому это действительно единственный орган российской оппозиции, который имеет легитимность. Не оптимальную, но какую-то. Наша, так скажем, коллективная Тихановская. Хорошо, но при этом выборы в России постоянно фальсифицируются. О какой поддержке людей тогда идет речь? Ну, они чем дальше, тем они больше фальсифицируются. Было время, когда они были свободными. Дальше становилось все хуже и хуже постепенно. Процесс этот был неравномерный в разных регионах и на разных уровнях. То есть там
муниципальные выборы держались наиболее долго, даже уже там после начала войны в Москве, например, проходили муниципальные выборы, на которых было избрано большое количество таких прогрессивных демократических депутатов, которые прошли, победив кандидатов от власти. Поэтому все это не одномоментно случилось, и поэтому мы как раз и говорим о том, что для нас критерием является, что депутат должен победить на тех выборах, которые признаны международно как свободные и честные. А как вы называете то, что проходило 17 марта? Ну, мы предпочитаем это называть электоральным мероприятием. То есть понятно, что к выборам это не имеет никакого отношения, только, значит, названием. Поэтому наша позиция была последовательной. Мы призывали в этом не участвовать. Хотя к вопросу, да, то есть о возможности современной российской оппозиции генерировать смыслы, это наш же был депутат Максим Резник, который предложил идею полдень против Путина, но, соответственно, мы как съезд сказали, что в этот полдень можно делать много разных замечательных вещей для того, чтобы показать отношение к этому электоральному мероприятию. Да, там, давайте, да, сделаем единство времени, но формы, соответственно, каждый выбирает сам. Мы предостерегали от того, чтобы ходить на избирательные участки и непосредственно принимать участие в голосовании, призывали там пикетировать избирательные участки. Вот наши вооруженные подразделения, как мы знаем, да, пошли в рейд, значит, на Курск-Белгород в эти самые как раз дни, продемонстрировав о том, как на самом деле надо себя вести в ходе вот этого электорального мероприятия и наше реальное отношение ко всему этому. Ну, а те, кто пошли голосовать, на мой взгляд, очень сильно опозорились, потому что вот в результате всех этих очередей на тех избирательных участках, где голосование было, ну, свободным, да, там, вне территории России, да, на территории посольств, в результате с десятикратным отрывом победил кремлевский спойлер Даванков, за которого почему-то решила голосовать большая часть российской оппозиции. Я понимаю, что там были люди, которые просто за это деньги взяли, потому что это государственное финансирование этого самого Даванкова, и там, соответственно, там платили. Это как бы там понятно, но почему большие массы решили это делать? Ну, это вот полное, на мой взгляд, моральное банкротство. В итоге тот самый Алексей Навальный, которому как ни относиться, но все-таки там герой, погибший в тюрьме и так далее, набрал там 10 раз меньше голосов, чем набрал вот этот вот самый кремлевский негодяй. Ну, значит, я могу только развести руки и еще раз сказать, что мы были правы. Ну, наверное, в следующий раз надо вести агитацию за это более активно. В смысле Навального? Он уже был убит на тот момент. Навальный был мертвый, его не было... Да, то есть была предложена стратегия Михаилом Ходорковским, и которую поддержал сам Ходорковский и супруга Навального, Юлия Навальная. Вот, они там сказали даже, что они пошли на избирательные участки и вписали там фамилию Навального. Ну вот эти бюллетени квалифицировались как испорченные, поэтому посчитать, сколько это можно, они учитываются отдельной строчкой в голосовании. Ну, вот испорченных бюллетеней на западных участках было 5%, а на Даванкова было 50%. Вы знаете, со всей этой историей полдень против Путина, ну, все просто запредельно. Вот лично я не понимаю, как жена убитого режимом человека призывает прийти на участки и легитимизировать Путина. Вот на ваш взгляд, это как? Задайте этот вопрос Юле. На мой взгляд, это абсолютно полное, в принципе, в оппозиционных вот этих вот либеральных мозгах, то есть какая-то шизофрения. Ну, мы все договорились друг с другом о том, что мы показываем правительствам всем мира о том, что это не выборы никакие, давайте прекращать называть Путина президентом России. Это правильная вещь, то есть очень для Путина болезненная, и то, которой надо заниматься, и так далее, и тому подобное. Но как ты можешь говорить о том, что эти выборы нелегитимны, если ты только что пришел и в них принял участие, и на них голосовал, проиграл, а потом начинаешь говорить о том, что эти выборы нелегитимны? Ну, тут либо трусы, либо крест, я извиняюсь.
А каким должен быть президент в России будущего? С моей точки зрения, в будущей России президента быть не должно. Ну, собственно, призываю вас зайти на сайт Съезда народных депутатов. Там, соответственно, есть проект новой конституции, который обсужден и так далее. Она базируется на парламентской республике. То есть исполнительная власть формируется законодательной. Глава государства – это председатель парламента. Очень резко усилена роль судебной власти в нашей модели. Она становится полноценной властью, а не тем незаконно рожденным ребенком, который это сейчас есть в нынешней российской правовой системе. Да и, надо сказать, что и украинская судебная власть, она достаточно слаба, вот, незаслуженно слаба. Мы хотим это очень сильно усилить. В остальном это максимально децентрализованная страна, где власть находится на местах, где максимум самоуправления внизу, причем оно не ограничивается самоуправлением территорий, но и большие возможности самоуправления предприятий. Поэтому там специальный закон приняли об общественном самоуправлении. То есть просто я могу на эту тему говорить минут 40, а у нас вот уже закончилось время. Вот. То есть Соединенные Штаты России? Ну, это можно и так сказать. Я считаю вообще, что много можно подчеркнуть хорошего из американской системы. Вообще моя практика как депутата показывает, что когда мы адаптировали американское законодательство к российской реальности, оно очень хорошо работало. Вот, например, там занимался там ипотечной системой, да, вот там американская модель, и она, в отличие от германской модели ипотечной, работает в России просто вот там супер, да, вот. А те вещи, которые мы брали из континентального права, они, наоборот, адаптировались довольно плохо. Мы ментально гораздо больше подходим под ту структуру общества, которая есть в Штатах, чем в основной Европе. То есть поэтому мы стараемся, с одной стороны, гармонизировать наше законодательство с европейским с точки зрения там, стандартов, значит, каких-то там подходов, регулирований, но в то же самое время вот эти вот принципиальные законы максимально адаптировать из американской модели. И Конституция у нас берет очень много вещей, которые мы видим, работают хорошо в Штатах. А вы допускаете мысль, что Россия распадется? Ну, я так считаю, что тут это, как в известном анекдоте про динозавра, 50 на 50, да, то есть вот либо распадется, либо не распадется. Я считаю, что мы на это повлиять никаким образом не можем. Это будет воля народов. Главное, что власть должна принадлежать тем людям, которые готовы эту волю народов принять. И не допустить при этом там кровопролития, насилия, посылки войск, там, взаимных разборок, там, передела границ и всего прочего. Я активно взаимодействую с национально-освободительными движениями, которые существуют в России. Я им честно говорю, что я не хочу распада России, но я точно приму любую волю любой из нынешних территорий Российской Федерации, если она захочет пойти своим путем. Ну, также буду прилагать все усилия для того, чтобы показать о том, как хорошо может быть вместе. Но если они решат по-другому, значит, будем это признавать. Один из самых нестабильных российских регионов – это Кавказ. А почему вы не занимаетесь раскачиванием ситуации именно там? Или занимаетесь? Ну, кто вам сказал, что? Кто вам сказал, что она не ведется? Вот я в сотрудничестве с каналом «Утро Дагестана» добился, например, остановки мобилизации в Дагестане осенью 2022 года. Я считаю, там очень успешный пример как раз взаимодействия с региональным движением. Мы очень дружим с Ахмедом Закаевым, я очень дружу с различными кавказскими освободительными группами, с теми военными подразделениями, которые сейчас находятся на фронте. Поэтому нет, очень хорошее взаимодействие, причем именно и с теми территориями, которые на данный момент относятся к Российской Федерации и с странами Южного Кавказа. Основное взаимодействие, я считаю, этот регион очень важен.
Хорошо, что вы сами сказали про утро Дагестана. А как вы относитесь к тому, что именно этот телеграм-канал был причастен к поиску евреев в Махачкале? Ну, отвратительная история. Я, в общем, автором этого канала это все высказал, но это уже было без меня. Так что там, это существенно позже того момента, когда мы сотрудничали. Когда мы сотрудничали, мы сделали, я считаю, действительно важную вещь. Спасли очень большое количество жизней. Добились того, что там около 1000 человек вернулось с фронта в Дагестан и предотвратили большой массовый призыв. Ну, я же не могу отвечать за людей, с кем я взаимодействую на протяжении всей их политической биографии. Она меняется вон в этом. К примеру, Дальцова привели, который когда-то был хорошим близким другом, то есть вот, а сейчас является поджигателем войны. Ну, что с этим можно поделать? Люди меняются. А много ваших знакомых, которые вот так изменились и поддерживают войну? Не очень много, но есть. Есть такие люди даже среди моих помощников, которые были по Государственной Думе. Ну, у них активная позиция всегда была, и некоторых она завела в другую сторону. Ну, то есть все живут в токсичной, очень агрессивной информационной среде, кого-то она сбивает с толку, кто-то у кого-то там получше с мозгами, а у кого-то похуже. Все это люди, политика, жизнь длинная.